Беларусь вспоминает трагическую дату в истории. 36 лет назад на Чернобыльской АЭС произошла крупнейшая техногенная катастрофа. Последствия аварии стали национальным экологическим бедствием для государства. 35% выпадений радиоцезия в Европе пришлись именно на наши земли. Ущерб – 32 годовых бюджета страны на то время. В Беларуси началась выплата медпомощи ко Дню Победы. Ее получат ветераны Великой Отечественной, обладатели военных наград, узники концлагерей и некоторые другие категории граждан. Максимальная сумма – 1800 рублей, общая – 11 миллионов. В пятницу в республике пройдет единый день безопасности дорожного движения. Акцент на двухколесный транспорт. Как показывает статистика, основные причины несчастных случаев с мотоциклистами – нетрезвое вождение, превышение скорости, нарушение правил обгона и выезд на встречную полосу. В субботу в городе пройдет массовый велопробег. Маршрут движения «Вечный огонь» – Минская, Карбышева, Бобруйск-Арена. Сбор участников в 10:00 возле братской могилы советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной при освобождении Бобруйска. Рано утром в Бобруйске горел сарай. ЧП произошло на Заводской. Прибывшие на место спасатели ликвидировали пламя. В результате пожара повреждена крыша, перекрытие и имущество, которое находилось внутри. Пострадавших нет, причина устанавливается.